Добрый день, хочу вам рассказать вот о такой вещичке. Подарок был куплен на Гоа, это Индия. Такая вот медная чаша, я так понимаю, сделана. Тут есть очень красивая гравировка в виде пятиконечной звезды, сделанной из Будды. Очень интересно, мне идет в комплекте вот такая вот палочка с кожей обделанной. И получается, когда мы делаем вот так, это называется чаша для медитации, она начинает издавать звук. Сколько плавно делаем, зависит звука. Вот такой интересный подарок можно привезти себе из Индии, остров Гоа. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь. И жмякайте на колокольчик, чтобы получать новые интересные видео.